Всех приветствую, на связи я Луфайер, и у нас срочное включение. Мой друг совсем недавно начал стрим, где он решил поразвиваться с подписчиками, и я не упустил такую возможность затроллить его миллионами взрывов в ТНТ в Майнкрафт. Но в конце стрима зашло все очень далеко. Сука, я сдох нахуй! И мне его даже стало жалко, поэтому после просмотра этого ролика перейдите на его канал и напишите ему, что я его затроллил, ну и сделайте ему приятный подарок. Но если вы хотите больше таких роликов, набирайте под этим видосом 2222 лайка, и новый ролик будет уже совсем скоро. Ну а мы начинаем, погнали! Ну я уже нахожусь на донатпэе у стримера, и давайте мы ему от имени Милстроя заплатим 50 рублей. Привет, тебе надо добыть стак дуба за 2 минуты, если сможешь, будет донат еще. Ну и в принципе давайте ему его сейчас отправлять. Кто-то, бля, как Вава вообще там появилась, правда? С двух тел подписался, спасибо большое. И он даже не заметил этот донат. Я знал, что мой друг ЧСВ, но чтоб настолько. В итоге мне пришлось ему напоминать чате с левого аккаунта. Теми строй 50 рублей? А там что было? Ой, так, надо почитать. 50 рублей, очень спасибо. Ник, конечно, странный, но все равно спасибо тебе. Тебе надо добыть стак дуба за 2 минуты. Если сможешь, будет донат еще. Ну, в принципе, стак дуба. Ну за 2 минуты, это я не знаю, как я это сделал. Ну давайте попробуем. Спасибо большое, Ли. Настя, ну надеюсь, тут-то не было правила, что меня не смогут. Быстро. Быстрее. Надо побыстрее. Но у меня еще есть время. Так, почти немножко еще осталось, и мы уже будем как раз заканчивать добывать именно дуб. Просто капелька. Ну, еще 4 дуба. Я думаю, я не успел, конечно, но... Давайте. Надеюсь, мы устрой. Ну, сломать! Ну что? О, все. Есть. Все. Стак дуба есть. Вот. Стак дуба он, конечно, добыл, но не успел вовремя. Если бы не тот самый слизень с мобами, я думаю, у него бы были шансы. Ну а теперь мы начинаем троллинг. В принципе, сейчас сделаем по домам, ну, такую небольшую сферу, то есть. И, в принципе, посмотрим вообще на его реакцию. Что я помогаю ему. Да, пока что у нас. Че? Это нормально? Я сейчас хату хотел построить, даже не построил. И еще что происходит? Он решил поразвиваться с подписчиками, он подумал, что это какой-то чел его просто взорвал тантишку. У него какая-то сходка даже тут на хате. Но давайте вот здесь, вот там, где мы делали в прошлый раз взрыв, мы ему сделаем SP-Hire TNT-2. И я думаю, он подумает о подписчиков, потому что, ну, именно они могли это сделать. Ты мне сейчас, ребят, ТТ-шку. Что про... Алло, моя хата! Алло, это нормально? Тебе охранник надо? Ну, желательно, кажись. Смотрите, что с хатой. Это уже вторая хата? Просто объясняю, вторая хата, которую я делаю, ее подписчики просто взрывают. И тут у него уже знатно начинает бомбить, но типок не промах и топит дальше. Так, ладно, давайте сейчас опять будем строить. Надо лопатку взять. Поехали, сейчас построим, попробуем опять хату нормально построить. Тэпайтесь ко мне, ребят. Ну, или не надо, я не знаю, может самому, либо нет. Я, короче, вас тэпну уже на готовую хату. Ну, в этот раз, я думаю, будет очень подозрительно, если опять что-то взорву. Потому что все на поверхности, типа под землей, еще никого нет. И давайте мы подождем, пока они что-то тут строят. И я подожду, пока он пойдет в шахту. Так, значит, сейчас, смотрите, фанат, я тебе даю доски, ты сейчас строишь хату. Я сейчас я тебе помогу, и потом я пойду в шахту. Я сетхом еще поставлю на всякий случай. Вот, я пойду в шахту. Нам надо еще немножко как раз там железа и угля. Я дождался того момента, когда он пойдет в шахту, и здесь вот прям подходящая шахта. Я надеюсь, он куда-то вот сюда вот пойдет. И здесь вот у нас будет алмазная руда. Вот так вот это все закрываем. Ну и здесь вот у нас будет, к примеру, давайте ТНТ, а сверху будет как бы плита. Затем мы немножко вот так вот проводим ТНТ и ставим SP-Hire TNT-4. Все, в принципе, как-то так у нас это получилось. И стример как бы у нас попал в ловушку. Ту самую, которую я для него готовил. Но, кстати, она его не убила, она ему снесла только тотем. Ну, мне кажется, он в полном шоке просто. Спешу сообщить, что в этом ролике проходит конкурс на донат за 1000 рублей на любом проекте. Для участия вам надо подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и включить все уведомления. Написать комментарий со своим никнеймом, а также подписаться на мой телеграм-канал. Ведь именно там будут итоги этого конкурса и уже загружены итоги прошлого конкурса. Ну а мы продолжаем. Откуда тут ТНТ? Нет! Жить. Что это?
Это про... Что? Каким-то чудом появилось это тупое ТНТ. Мне кажется, когда вот мы его убьем уже этим ТНТ, мне кажется, он просто компьютер в окно выкинет. И это мы тоже сейчас взрываем. Я просто хочу его добить этими ТНТ. Пожалуйста, пожалуйста. Они, блин, ну как они его... Да, он сдох. Так он... хватит, что это? Я не могу, как играть в этот Майнкрафт? Что тут? Алмазы! Найс! Хотя бы какая-то радостная новость. Тихо. Нет, зачем? Зачем ты? Что ты? Я сейчас зар... Что? Нет! Нет, нет! Чтоб вы понимали, тут настолько был мощный взрыв, что тут просто бы дрогу пробило. Я не знаю, каким образом. Сейчас я попробую подставить одного из админов тем, что я задоначу и буду начинать наговаривать на Zone.org, который всегда рядом и у него статус админ, из-за чего на него будут огромные подозрения. Пока медовый там бомбит, я ему решил закинуть донатик в 250 рублей и подставить вот этого админа Zone.org. Я не знаю, может он его даже снимет, но надеюсь нет, потому что, ну как бы мне потом его надо будет каким-то образом упрашивать его возвращать. Что сейчас все будет нормально? Потому что если еще раз такая херня будет, я просто, я не знаю, может я удалю Майнкрафт. Я могу сбеситься и... О, донат. Это я, Зенерк. Мне задонатили и сказали, это я, Зенерк. Так, и пока Типоку нас АФКшит, я предлагаю его сейчас окружить сферами со всех сторон, абсолютно со всех. Мы его со всех сторон окружили, и теперь мы это поджигаем. И мне просто сейчас интересна его реакция. Мне кажется, он сейчас в натуре в окно комп выкинет. Все, все, его начало убивать со всех сторон. Там от него просто ничего не осталось. Это очень крупный взрыв. По ТПС на сервере, ну, довольно мало. И все, он умер. Написал вам предложение в ВК. Рассмотрите, пожалуйста. Окей. 250 рублей? Это я, Зонг. Зонг, ты вообще, ну, ты тупой, что ты так меня троллишь? Ну, если это реально ты, я узнаю, я напишу типам, они тебя, ну, реально сделают, ну, плохое что-то. Блять, сука, нахуй! А там-то... Ну и здесь как бы камера отгисла после таких ударов по столу. Ну а дальше я уже подождал, пока медовый отойдет, успокоится и продолжит развиваться, думая, что все закончилось. Но на самом деле... Короче, сейчас смотрите, ребят. Вот эти деревни, я их сейчас заплевачу. И сейчас будете писать свои ники, вас будут добавлять. Потом мне надо будет пустыню песка добыть, чтобы стеклом все закрыть. Все, я создал регион. Пишите свои никнеймы или тэпайтесь на меня. Я вот буду добавлять в региончик пока что. И потом пойду за стеклом. Я услышал, что он пойдет за стеклом и понял, что это идеальный момент сделать в этой пустыне трапку. Ведь ТНТ и песок очень сильно сочетаются. Ну, кто хоть раз строил трапки, тот поймет. И он у нас сейчас уже в пустыне. Поэтому мы сейчас, думаю, где-то снизу будем делать все под сет 0. Один ему слой оставим, потом под ним все сетнем. И как бы там начнется реальный капитал. Поэтому пост 1 делаем. Тут где-то немножко выше. Пост 2, сет 0. Вот так вот напишем. Так, а он где у нас вообще? Куда он уже там убежал? Ё-моё, ну я надеюсь, он где-то вот в этой области будет. Затем мы пишем ГМ 0. Ну, ГМ 1, окей. Значит, берем топорик. Первая точечка. Ого, тут уже, конечно, монстров. Я надеюсь, они не будут взрываться, ибо они меня спалят. Ну и также нам нужны плиты. Плиты мы тоже сетаем. Я надеюсь, их можно сетнуть. Тут очень много мобов. Вот, сет хан. Ой. И в этот момент все пошло не по плану, ведь криперы меня запалили, они меня как бы спалили, он меня тоже спалил, он услышал взрывы, и мне уже ничего не осталось сделать, кроме того, как доводить дело до конца. По-моему, что-то пошло не по плану, и криперы нарушили мои планы. Сел там сверху, просто херева. Господи, он просто в таком шоке, по-моему. Мой ФПС! Мой ФПС! Что происходит? Все, чтобы просто он упал в эту воронку. Нет, 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 жить, жить, жить! Кто это? Пока что не так сильно лагает, но это просто капец. Да хватит, сколько их тут? Почему? Его очень сильно дефает его шарик, поэтому я думаю, мы сейчас его оставим без его шарика. Просто, бро, не поворачивайся, не поворачивайся.
Боже, там такие лаги. Я не знаю, у него сейчас коб взорвется. После этого из-за такого количества ТНТ сервер начинал много раз падать, и его, стримера, это спасало. Но убить его в Майнкрафте до нервного взрыва было моей целью. Я сделал очень огромную сферу, и, пожалуйста, не убегай, бро. Стой, все, все, это габелло. Это габелло для него, я думаю. Его сейчас просто туда затянет, его должно туда затянуть. Он стоит на месте, у него от, просто от лагов, мне кажется, он даже убежать не может. Не, он все-таки у нас убежал каким-то чудом, но я не думаю, то, что это ему поможет. Потому что здесь мы еще ставим огромнейшую сферу, и он проваливается. Пожалуйста, ну проваливайся, бро, ну один блок, все. Все, его затянуло вот в эту воронку. Просто жить, не знаю. Я короче, давайте просто закопаемся. Просто закопаемся. Очень большие звуки, очень громко. За долгое время я его слышу. О, зомбик. У меня минус ПК. У меня минус ПК сейчас был. Что происходит? Да хватит! Пожалуйста! Где это вообще? Надо закопаться. Просто... Мне просто... Один ФПС. Минус 100 тэп. Нет, нет! Жить, жить, хилимся, хилимся. Нет, 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 я не хочу умирать. Я еще молодой. Ну сколько у тебя там тотемов этих еще? Ну, бро, ну сдыхай. Эй, сервак часто. Стоит быстрее. Вот если бы сейчас не грашнулся сервак, я думаю, просто у него бы комп уже сгорел, я не знаю. Там просто столько было сфер, там было около 5000 ТНТ. Бро, ничему тебя жизнь не учит. Сейчас мы делаем абсолютно просто то же самое, и надеюсь, в этот раз сервер уже не ляжет, и мы его все-таки сможем как бы проучить. И вот здесь вот где-то мы ставим SP Healy ТНТ, ТНТ 8. И где-то вот здесь, вот где тут это ТНТ, блин, я заспавнил, вот, все, и он не должен убежать, пожалуйста, стойте, мы его так вот закрываем, и все, это габелло. У меня сейчас просто у самого Майнкрафт ложится, я не знаю, что с его компом там происходит. Из базы бомблю и просто дивно, я просто это не выдержу, что же. Мне ФПСа нету, у меня просто один ФПС был. Где? Не, пожалуйста, только не меня. Только не меня, только не... Сука! Жить! Жить, жить, жить! Нет, я не хочу умирать, ничего! Стой! Нет, 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 нет! Даже я сейчас сдохну! Хватит, пожалуйста! Убегаем, убегаем, просто убегаем! У него очень много тотемов, мы будем сейчас, я думаю, ему очищать инвентарь. Оп, бро, со всех сторон просто за ним эти ТНТшки следуют. Суммон, ТНТ, майнкарт, хоп. И сейчас мы начинаем обстрел его вагонетками. И вот они его точно добьют уже, чтоб он как бы умер. Но я просто не успеваю за ним идти. Очень все лагает. Уже, не знаю, ТПС там 0. Все, все, тихо, тихо. Боже, я думал остановилось. Короче, надо сейчас перебежать туда. Потому что ТНТшки вроде закончились. Не знаю, тут просто уже... Смотрите, какие взрывы просто. Просто хилимся и просто живем. Вот это звук тишины. Офигеть. Боже. Ах. Просто комп мой сейчас взорвется у него. У него уже комп просто сгорит. Ну и давайте мы его киляем. Советую вам сейчас одеть наушники, либо же сделать звук тише. Сейчас произойдет то, чего я вообще не мог ожидать. Сука! Я сдох нахуй! Сука! Блядь, у нас монитор.